Мы очень долго в судебном заседании доказывали, что отсутствие подобных документов нарушает право на защиту, но тем не менее заседание закончилось ожидаемо. Апелляционные представления прокуроров были удовлетворены. Дело направлено вновь в Южный окружной военный суд, в суд первой инстанции, на новое рассмотрение в новом составе. Ребята, которые содержатся в СИЗО номер 1 города Ростова-на-Дону, это Хайретдинов и Суфьянов, сообщили о том, что в их камерах прошли жесткие обыски, и у них изъяты лекарственные препараты. При этом нужно учесть, что Хайретдинов до момента задержания состоял на учете в кожно-венерологическом диспансере, и после данного обыска у него начались проблемы с сердцем, он не может выпить лекарств соответствующих, и высыпания на теле, кожные высыпания на теле, они, собственно, приобрели такой прогрессирующий характер. Аналогичное можно сказать и в отношении Алима Суфьянова, у него также были изъяты лекарства, с учетом того, что он длительное время болеет, данные лекарства помогали восстановить ему здоровье.